какими знаками зодиака вы разбогатеете в браке. Астрологи утверждают, что наш финансовый успех во многом зависит от того, кто находится рядом. Хотите разбогатеть? Тогда этот гороскоп для вас. Овен, а нам необходимо быть ближе со знаками воздушной стихии, а особенно с водолеями. Это идеальная пара для них. Весы тоже могут притянуть денежную удачу. Избегать овнам следует скорпионов, они пустят их по миру. Телец. Тельцам будет полезна связь с водолеями или скорпионами. Союз с данными знаками может принести тельцам невероятную денежную удачу. Неплохо дело пойдут и с представителями огненных знаков, львами, стрельцами и овнами, однако в этих случаях тельцам придется потрепать свои нервы. Близнецы. Близнецы смогут притянуть деньги в паре со львами. Лев для представителей данного знака – это настоящий денежный магнит. Козерог, телец и дева рядом с близнецами и сами могут неплохо заработать. Но своему партнеру-близнецу они ничем не помогут. А скорпионы и вовсе могут разорить близнецов. Рак. Раком для того, чтобы разбогатеть, необходим союз со львами, овнами и стрельцами. Как вариант, тельцы. Они смогут как сами заработать, так и к ракам деньги притянуть. Лев. Львы будут богаты в паре с близнецами. Эта парочка просто невероятно удачлива в деньгах. Вместе они достаточно быстро смогут разбогатеть. Подходит для счастливой и безбедной жизни в браке львам также весы. Водолеи, козероги, девы и тельцы. Избегать нужно скорпионов, его присутствие рядом будет отпугивать денежную удачу. Дева. Девам нужна поддержка скорпионов. Если для большинства знаков скорпионы являются полностью несовместимыми в денежном вопросе, то в этом случае они будут исполнять роль главного рулевого. Скорпионы помогут девам найти пути развития. Следуя своей интуиции, они укажут девам на возможности быстрого обогащения. Весы. Весы приносят удачу в бизнесе практически всем знакам зодиака. Они притягивают деньги к своим вторым половинкам, но сами, при этом, остаются без гроша. Единственный, кто может помочь представителям этого знак, так это стрельцы. Если они объединятся в любовном союзе, то смогут добиться финансового успеха. Скорпион. Со скорпионами все сложно, они отводят деньги практически ото всех знаков. Единственные, кому союз со скорпионами не принесет разорения, это козероги, тельцы и девы. Если же скорпион хочет привлечь удачу лично к себе, то ему стоит связать свою судьбу со львом, овном или стрельцом. Но в этих случаях, скорпионам нужно быть готовыми самостоятельно обеспечивать свою семью, так как эти знаки вместе с ними много заработать не смогут. Стрелец. Стрельцам повезет с водолеями и весами. Если они создадут семью с одним из этих знаков, им обеспечено богатое будущее. Если же они сами хотят выступать в роли магнита для денег, им следует связать свою жизнь с козерогами, девами или тельцами. Эти знаки, благодаря удачливости стрельцов, смогут добиться финансового успеха и обеспечить семью. Козерог. Козерог – это знак, на финансовое благополучие которого никто не может повлиять. Так что им не нужно задумываться о совместимости в сфере денег. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на союз со стрельцами, овнами или львами. Брак с этими знаками может гарантировать стабильную прибыль. Водолей. Водолеям лучше вступать в брак с представителями стихии огня, стрельцами, овнами и львами. Принесут денежную удачу и весы с тельцами. А вот скорпионов нужно сторониться, финансовые дела пойдут плохо. Рыбы. Рыбы, согласно астрологии, всегда нуждаются в чьей-то поддержке, в том числе и финансовой. В этом им могут помочь козероги, девы или тельцы. Если же рыбы хотят самостоятельно добиться успеха, им нужны овны. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.